Castle of Illusion. Видеоигра в жанре платформер, разработанная компанией Sega Studios Australia и изданная Sega и Disney Interactive Studio в 2013 году. Является ремейком сеговской игры, которая вышла в далеком 1991. Данное прохождение выполнено с русской озвучкой от нашей команды Team Raccoon и пройдено на 100%. То есть собраны абсолютно все предметы, это статуэтки, перцы Дональда Дака, карты и даже алмазы. Также показано местонахождение всех секретов. Ну и в завершении хочу напомнить о том, что оригинал 91 года давным-давно пройден. И если кто пропустил свое время, можете ознакомиться. Ну а мы приступаем к прохождению. Погнали! Озвучено студией Team Raccoon. Sega. Однажды влюбленная парочка вышла в летний полдень, чтобы насладиться солнцем, теплым ветерком и удовольствием от нахождения рядом друг с другом. Микки и Минни были столь счастливы, что были уверены, что все разделяют их чувства. Но радость находит место не во всех сердцах. На месте любви и доброты оказывается зависть и злоба. У ведьмы Мизрабель такое сердце, заполненное темнотой и завистью. О, дорогой! О, все в порядке, Минни! Уверен, солнце мигом вернется! Желанию Микки не суждено сбыться. День превратился в ночь, а небеса загромыхали от больной воли и ярости. Ой! За короткий момент, в который Микки закрыл глаза от яркой вспышки молнии, его счастье рассыпалось. Минни! Злая ведьма Мизрабель похитила Минни. Старая корга всегда завидовала красоте мыши. Теперь она ее украдет. Бедняга, Микки. Никогда не ценишь то, что имеешь, пока это не заберут. Разве это не так? Нет, нет, верни ее! Пока Мизрабель взмывала в небеса с его любимой Минни, Микки понял, что должен действовать быстро. О, Микки, спаси меня! Мчась изо всех сил, он преследовал ведьму через лес. Микки промчался и пронесся всю дорогу до... замка иллюзий. Зловещий и ужасающий замок выделялся на горизонте как тень от ужасного кошмара. Потерянный и одинокий, что еще оставалось Микки? К счастью, вмешалась судьба в облике таинственной старой мыши. «Осторожней, приятель, ибо планы Мизрабель поистине опасны. При помощи магии она хочет украсть юность и красоту Минни. Твоя возлюбленная станет столь же ужасной, как ведьма сейчас. В ее сердце останутся лишь ненависть и злоба». «О, нет! Как мне ее спасти? Что я могу сделать?» «Ты должен найти 7 радужных камней, которые создадут легендарный радужный мост. Он приведет тебя к месту заточения Минни. Но опасайся хранителей камней, это главные помощники Мизрабель по страданию, и они не отдадут просто так свои сокровища». «Камни! Хранители камней! Понял! О, подожди! Ха, где мне их найти?» «Внутри замка иллюзий Мизрабель. Но опасайся, юная мышь, ведьма создала странные миры и ужасных существ, чтобы помешать тебе добраться до нее. Каждый камень охраняется одним из повелителей иллюзий Мизрабель. Победи их, чтобы забрать свой приз. И помни, будь осторожен». Микки не пропустил мимо ушей слова старой мыши. Он поблагодарил его и помчался к воротам замка.
Замок иллюзий Мизрабель был ее извращенной игровой площадкой обмана и опасности. Здесь все было нереальным. Через вход замка прошла мышь с сердцем великого льва, хотя его коленки дрожали, как у испуганного котенка. Микки переступил порог и снова возник в лесу, но он как-то изменился. Это был не тот пасторальный лес, что он помнил. «Может, яблоко сможет удержать в покое грибы?» – подумал Микки. Знак был создан Мизрабель, и поэтому, разумеется, был очередной ее проказой. Разумеется, этот знак укажет мне правильный путь. Куда же мне идти? Внезапно Микки оказался в другой части леса. Это гигантские деревья или Микки уменьшился? Вихрем и вспышкой Микки снова появился на опушке с игральной картой, и к его облегчению он приобрел оригинальный размер. Великолепно! О!
спешить. Микки знал, что он приблизился к Мизрабель. Сам воздух вокруг него был пронизан озорством и опасностью. Внезапно Микки был катапультирован в облака. После сражения Микки снова вернулся в лес, но в этот раз с игральной картой. Мизрабель
Мирабель дразнила Микки своим жестоким смехом. Но, может быть, она тайно волновалась из-за того, как близко он находится. Оставив позади кикимор и леших леса, Микки встретил новую часть своего приключения. А, старый сварливый дуб! Как и все иллюзии Мизрабель, он недружелюбен к Микки. Наконец получил красный радужный камень. Нашему герою пора идти дальше. Изучив коридоры замка, Микки нашел один из радужных камней, которые помогут ему спасти Мини. Но он знал, что надо найти больше, а повелители иллюзий не отдадут их без борьбы. Старый дуб! Уставшее и сварливое старое дерево и бывший страж леса Веры не любит беспокойных лесных путешественников будить на свой страх и риск! Микки возник в игрушечной коробке опасностей очередной иллюзии ведьмы. Oh!
Микки должен двигаться быстро и осторожно, так как карты играют нечестно. Теперь Микки прочувствовал, каково быть кроликом в шляпе. Микки прошел дальше в страну игрушек. Но эти игрушки не были такими уж игривыми. Thank you.
Наш герой не совсем уверен, то ли он вверх ногами, то ли руками вниз, то ли и то, и другое. Микки преуспел, хотя ему и пришлось немного повертеться. Круто! Замок иллюзии загнал Микки в новый угол. Но что это за странная зеленая коробка? Она казалась до ужаса знакомой.
Черт из табакерки! Ну, конечно! О, нет! Теперь я в беде! Радужный камень. В сердце Микки вновь расцвела надежда, но приключение ради спасения Минни было далеко до завершения. Второй радужный камень покоился в руках Микки, но ему некогда было праздновать. Надо найти еще 5 камней и Минни. Черт из табакерки, бывший придворный шут, ныне проводящий время, забавляясь с игрушками и изредка озоруя, тем самым пугая путешественников, попавших сюда. Радужный мозг Минни появится только после сбора всех 7 радужных камней. Впереди еще много работы. Пока Микки обозревал этот новый мир, он заметил колоссальные грозовые тучи, собирающиеся в небе. Надеюсь, дождь немного подождет, чтобы Микки успел вернуться в замок.
под землей, Микки гадал, что за подземные странности он здесь встретит. Микки раскачивался мимо гигантской вырезанной утки, он вспомнил совет Дональда относительно приключений. Никогда их не иметь. Микки не был уверен, как глубоко под землей находится, но следующий радужный камень должен быть поблизости. Гигантским всплеском Микки погрузился в подводные глубины жуткой пещерной системы, битком набитой рыбой-скелетом. Чем глубже Микки погружался в руины, тем более он был уверен, что кто-то или что-то следит за ним.
Все тряслось и скрипело. Микки метался туда-сюда в поисках безопасности, но не сумел найти. Внезапно всю пещеру затопило. Неужели у нашего героя закончилась удача? Понимаете, это логово третьего повелителя иллюзий. Неужели в глазах Микки двоится? Нет, их действительно двое. Существует ли целая банда таких зеленых гуппи? Наконец-то! Желтый радужный камень. Достойная награда за такие мужества и хитрость. Микки думал о Минни. Когда он получит все камни, он построит радужный мост прямо к своей возлюбленной. Мизрабель уже точно дрожала от страха. Микки нашел третий радужный камень и был намерен достать оставшиеся 4. О, русалки! Русалки подземных вод ранее были гордой и благородной расой, правителями подводных земель. Русалки будут защищать свой камень до последнего водяного! Микки случайно наткнулся на зачарованное зеркало. В его отражении он видел себя, но в гораздо более волшебной одежде. Ха-ха!
Микки оказался в гигантской библиотеке, но он знал, что книги и книжный червь Мизрабель готовили ему не столь счастливую концовку. Внезапно Микки оказался не один. Микки был в королевстве опасных деликатесов и вкусных ужасов. Вокруг Микки было море ледяного молочного коктейля, но оно не подходило для ныряния.
Единственный безопасный путь через него – прыжки от печенья к печенью. Четвертый радужный камень был готов к сбору. Эй, ты! То есть я? Стой! Теневой Микки проскользнул за нашим героем, схватил камень и сотворил кулинарный побег. Обычно Микки любил чай, но теперь он мог переключиться на апельсиновый сок. Микки инстинктивно чувствовал, что его заманивают в ловушку. Ах,
наконец-то зеленый радужный камень был у него. Микки вытерпел множество насмешек от своей докучливой тени, поэтому не смог отказаться от своей насмешки. Микки приготовился к новому, покрытому сахаром шоку от этого мира. Ему не пришлось долго ждать. Гигантский дракон возник из растаявшего мороженого. Это был четвертый повелитель иллюзии. Голубой радужный камень оставалось найти два. И после этого Микки мог перейти к поискам драгоценной Минни. Микки сумел достать четвертый и пятый радужный камень. Но не вышло ли у него время? Сможет ли он добраться до Минни, пока не стало слишком поздно? Класс! Ага! Дракон угощения! Жадный хулиган дракон угощения готов охранять землю конфет до последнего печенья! И он уж точно не готов расстаться со своим голубым радужным камнем! Печенье, когда ее прогнал страж. Ей слишком страшно возвращаться. Может, кто-нибудь другой вернет камень? Его сердце рвалось из груди, и Микки мчался в замок, где его встретили очередные иллюзии Мидрами. Зачарованные доспехи. О! Видимо, вы вовсе не слабы! Здорово!
Микки отправился глубже в подземелье замка. Он знал, что должен достать последние два камня как можно быстрее. Чудеса комнаты сокровищ были удивительные, но не менее, чем синий камень. Найдя шестой камень, Микки стал чувствовать, что, возможно, время Мизрабель подходит к концу. Thank you.
Изабель перешла все границы, подумал Микки, оказавшись в кромешно-черном коридоре. Эй, куда подевался свет? Чувствовал, что призрачный дух был намного опаснее, чем выглядел. Потрясающе! Вынырнув из подземелья, Микки помчался к часовой башне. Так как он работал уборщиком часов, он знал, что движущиеся детали опасны. Он должен быть очень осторожен на пути наверх. На вершине часовой башни Микки подумал, что опасность быть расплющенным наконец миновала. К сожалению, он ошибался. Часовщик Оаф был последним повелителем иллюзии. Thank you.
Час ужаса глупого часовщика пришел к концу. Последний фиолетовый камень был у Микки. Следующая остановка — Мини. Наконец-то Микки получил все радужные камни. Теперь он может перейти радужный мост и спасти дрожащую Мини. Ха, гляньте-ка на меня! Оф! Оф раньше был часовым мастером, создавшим часовую башню при помощи камня. Однако по мере использования камня он становился все медленнее и неуклюже. Микки помчался на возвышение замка. Им овладел жуткий холод, когда он узрел высокую башню. Он знал, что это сердце силы Мизрабель. Опоздал ли Микки, чтобы спасти возлюбленную Мини? Или надежда еще осталась? О, Микки, мне страшно! Мини такая красивая. Как жаль, что мне придется проклясть ее. Но мое принадлежит ей. И наоборот. Она получит мой возраст, мои ужасные черты. А я получу красоту всех юных существ! Думал, что ровня мне. Ты в своем уме? Призраки восстали из могил. Услышьте мой зов и мои молитвы. Припомните ему, кто я есть. Сокрушите его дух. В атаку! Ты до сих пор не понимаешь, что такое мой замок иллюзий? Это мышеловка! Идите сюда, мои дьявольские дружки! Кружите, как чайки вокруг! Развернитесь! Повернитесь! Дайте волю своим фантомам! В атаку! Ж!
жалкая мышь! Ты смеешь бросить вызов мне? Мне? Летите быстрее, быстрее! Ройте глубже и глубже! Сделайте мне только хуже! Летите сюда, летите обратно! Потуги мыши безрезультатны! Лети! Насколько ты глуп, Микки! Я не могу проиграть! О, темный дух! О, силы ночи! Сразите негодного вы своей мощью! Любовь его жизни не будет красива! Красота ее мне, я так говорила! Шепчу вам, о духе, жальте в самое сердце! Слепите глаза черную силой! В пляске сойдитесь над его могилой! Никакой пощады! О, мы только начали, Микки! Мне еще столько надо тебе показать! Вся темная сила, что в моей власти! Сотми его разум, кинься же в бой! Забери у него все, что есть! Схватить его! О, нет-нет-нет! Это мои владения! Идите сюда, мои дьявольские дружки! Кружите, как чайки вокруг! Развернитесь, повернитесь! Дайте волю своим фантомам! Фантомы и призраки в союзе едином собраны вместе в замке мечтаний. И гибнет любовь его в бездне страданий. Надежды на счастье развеются дымом. Он не должен победить! Мизрабель потрясена. Но насколько? Внезапно Микки осенила идея. Если он бросит радужный камень в ведьму, это может быть его единственный возможный шанс. Получай! Время словно замерло на момент, прежде чем камень исчез во взрыве каскада света радуги, заполняющего все щели башни. Нет! Я просто хотела быть самой прекрасной! Настал черед жестокой ведьмы оказаться в ловушке без сил, охваченной распространяющимся светом. Ужасное заклинание было разрушено, Мини была, наконец, свободна, а Мизрабель увяла и сморщилась до своей истинной формы. Мини охватила руками Микки, а он, обняв ее, поклялся никогда больше ее не отпускать. Что случилось? Замок рушился, но Микки не видел пути наружу. Что это было? Мизрабель помогала им сбежать? У Микки не было времени подумать над тем, очередной ли это трюк. Микки и Мини держались за метлу и улетали вдаль. Мизрабель была достаточно мудра, чтобы понять причину и факт своего поражения. Она поняла, что существует более мощная магия, чем используемая ей. Микки и Мини тоже ее знали, и даже после того, как она разделила их, они поделились с ней своим секретом. Теперь сердце Мизрабель было заполнено другим типом магии – магией любви. Так, на чем мы остановились? Ах да, конец. We'll be right back.
Ничто нельзя оставлять незавершенным в замке иллюзии. Микки знал, что нужно дело доводить до конца. Оп!
корабль! Истинный повелитель иллюзий и практически самый прекрасный среди них! Мизрабель ни перед чем не остановится, чтобы вернуть силы и восстановить свой юный облик! Старая корга всегда завидовала красоте мыши, теперь она ее украдет. Наш герой не совсем уверен, то ли он вверх ногами, то ли руками вниз, то ли и то, и другое. Через вход замка прошла мышь с сердцем великого льва, хотя его коленки дрожали, как у испуганного котенка. Ему не пришлось долго ждать. Гигантский дракон возник из растаявшего мороженого. Зловещий и ужасающий замок выделялся на горизонте, как тень от ужасного кошмара. Хух, это было опасно! Воу! Ха-ха, видимо, вы вовсе не статуи. Эта старая ведьма ни за что не навредит моей мини. Воу! Ха-ха, не очень-то это гостеприимно. Эй, да стой ты на месте, чтоб тебя! Воу! Это место просто огромное! Нет, нет, верни ее! Господи, ха, неужели это место никогда не закончится? Разумеется, этот знак укажет мне правильный путь. Ха-ха! Эй, ты, то есть я, стой! О, нет, это мои владения. О, мы только начали, Микки. Мне еще столько надо тебе показать. Бедняга, Микки. Никогда не ценишь то, что имеешь, пока это не заберут. Разве это не так? Идите сюда, мои дьявольские дружки. Кружите, как чайки вокруг. Развернитесь, повернитесь. Дайте волю своим фантомам. А я получу красоту всех юных существ. Нет! Я просто хотела быть самой прекрасной. Микки, спаси меня! О, дорогой! Тебе меня не испугать, Мизрабель! Ну, может, совсем чуть-чуть. Но вот погоди, когда сюда доберется Микки? О, Микки, мне страшно! Микки, что случилось?